В Харцизском технологическом техникуме состоялась очередная конференция. На этот раз спикерами научного мероприятия были не студенты, а педагоги из разных городов республики, которые рассуждали о проблемах, формах и методах воспитания учащейся молодежи. Основные цели конференции – это обмен опытом, трансляция опыта по управлению воспитательной деятельностью в образовательном учреждении и непосредственно сам процесс воспитания студенческой молодежи. Результатом конференции, я надеюсь, это будет поддержка творчески работающих педагогов, это будет распространение их опыта, и налаживание связей коммуникативных между педагогами именно в направлении воспитательной деятельности. Открытая педагогическая конференция «Использование современных форм и методов воспитания в системе среднего и профессионального образования» собрала в ХТТ 12 участников из разных образовательных учреждений республики. Воспитательный процесс, ведь он проходит и на уроке, и вне урока, поэтому в нашей программе, наших темы, они как раз рассматривают два таких направления. Второй год мы проводим, и сегодня мы уже видим, что наши конференции заинтересовались и другие учебные заведения, те, которые находятся даже далеко, и согласно поступивших заявок, это 11 городов, учебные заведения как техникумы, так и училища, причем даже далекие есть Комсомольские. В своих выступлениях педагоги обменивались результатами воспитательной работы в процессе урочной и внеурочной деятельности студента. Инициаторами конференции выступили сотрудники ХТТ, которым всегда есть чем поделиться с коллегами. Не хватало соответствующей дискуссионной площадки, но уже второй год подряд у педагогов есть возможность публично выступать со своими идеями и делиться наработками в никогда не теряющей своей актуальности проблеме. Ждем такого творческой работы среди наших гостей, обмена опытом, потому что есть люди с опытом долгой работы воспитательной, есть и молодое поколение, которое послушает, возьмет себе на заметочку, какие формы, методы для работы с детьми. И сегодня еще такая тоже тема актуальна, это дети сложные, это дети, которые попали в сложные жизненные ситуации и группа риска, поэтому есть работы, доклады, выступления, которые посвящены этим проблемам. Поэтому очень важно именно обмен опытом, то, что мы узнаем, как другие учебные заведения справляются с такими проблемами. И для себя, конечно, взять это на вооружение. Это была заключительная в нынешнем учебном году научная конференция в ХТТ. Теперь педагогический коллектив техникума намерен сосредоточиться на профориентационной работе со школьниками, а также подготовке к экзаменам и дипломированию студентов.